началось все с того, что я попала в бизнес-школу, попала совершенно случайно. У меня был свой маленький ребенок, которому я не смогла найти няню в тех агентствах, которые предлагали здесь. И я поняла, что этот рынок просто пуст. И как потом уже показала практика, это был очень сырой рынок везде. То есть в каком бы городе мы ни открывались, будь то Подмосковье, Сочи, Симферополь, Севастополь, неважно. Рынок полностью сырой и качественные услуги просто не предоставляют. Мы не были первыми, когда я открывалась, было несколько агентств в Барнауле. Когда ты заходишь и видишь конкурентоспособный рынок, это огромный плюс, потому что ты понимаешь, что услуга востребована. А как уже ты ее продашь, как ты ее преподнесешь, ну это уже зависит вот от тебя, от руководителя, от твоей команды. Мы предоставляем полностью весь персонал в семью, от А до Я. То есть это начиная с нянь, домработниц, ну, самые первые помощники, да, которые должны там быть практически в каждом доме. Различные повара, садовники, психологи, репетиторы, гувернантки. Ну, то есть полностью, чтобы облегчить жизнь заказчику. Нам 8 лет уже агентству. Через года полтора после открытия в Барнауле начали открывать филиалы. Сложностей, конечно, достаточно было. Я думаю, что их достаточно у всех, потому что, ну, бизнес – это в любом случае тяжело. Тяжело есть работа с заказчиками, с персоналом, конфликтные ситуации. У нас они периодически возникают, потому что это услуги, потому что люди сталкиваются с друг другом, разные характеры, разные слои общества, разные слои населения, это тоже надо понимать. Наступил кризис. Первое, о чем я думала первую неделю, когда все совсем испугались, начали закрываться филиалы, у меня был вопрос не в том, как там буду жить я сейчас, а как будут там сиделки мои, няни, которых там очень много, там сиделок у нас только 800 человек, нянь там больше 1000. Как будут жить они, потому что они реально считают там деньги от зарплаты до зарплаты. Наверное, нужна такая встряска. Любому бизнесу это надо пережить. Конечно, сейчас наш рынок почистится однозначно. Мы, по крайней мере, можем работать, потому что там я смотрю, например, на туризм, ну, там совсем плохо. Самый лучший бизнес-план разберемся потом. Сейчас сделаем, потом разберемся. Как бы смешно это ни звучало, сколько бы вы ни рисовали графики и цифры, жизнь расставит все на свои места, сделает определенные повороты, и вас точно никогда не будет, как бы написали в бизнес-плане. Для меня бизнес, конечно, не может быть просто работой, однозначно. Если бизнес – это способ заработать деньги, тогда этого бизнеса просто нет. Потому что после того, как вы начинаете гнаться за прибылью, не думать ни о чем другом, ваш бизнес рухнет однозначно. Но для меня это жизнь, то есть я живу этим бизнесом.